Из Одесской военной прокуратуры эвакуированы 50 человек. Анонимное сообщение о взрывчатке, заложенное в здании на улице Пироговской, оказалось ложным. Об этом сообщили в областном управлении МВД. Я напомню, сигнал о минировании военное ведомство получило по телефону. Правоохранительные органы пытаются установить теперь личность хулигана. Ну а я отмечу, что за ложные вызовы предусмотрена уголовная ответственность, лишение свободы на срок от 2 до 6 лет.